Привет, привет. Качную иллюзию. Восемь минут 45. Ну, тогда надо играть. Прокачаюсь потом. А, да, еще хп-хи возьму. Вроде все, да, взят. А, забыл кое-что. Какая там как? Ой, в жопу, еще тут пока искать. Mm-hmm.
Много их тут. Кто-то решил поиграть за Елинку. Да. Ай-яй-яй, их у вас что-то многовато. Да, что-то мне кажется, придется сейчас на инвизу перейти. Не, инвиз я брать не буду, но кое-кого я все-таки возьму другого. Ну чё, бараки. А или все-таки инвиз? Как-то их многовато. Нет, даже не инвиз пока. Пока не инвиз. Пока вот этого персонажа. Так лень крылья переделывать, ужас. Ну все.
52 пойдет. Ах да.들었어? 갈까? 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 들었어? 갈까? 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 Неудачненько. А чё, их тут немного? Но вообще-то прилично. А кто у нас играет-то вообще? Чё-то, блядь. Ну мы. Офлайн. Заебись, блядь. Я понял. ПВЕ фракции. На нашей стороне и трипл по фракции на их стороне. Ну хз. Ну вроде нормально, сейчас пойдет. Словить зараза. Стойкая линки на отсутствие превосходства не играет вообще. То есть нужно превосходить числом обязательно. Иначе это просто. Блять, ладно, ладно.
Вон два Ральфа тусуются здесь. Надо их ёбнуть сейчас. Да блять, куда ты бежишь? Я ж тебя скиллую. Блин, ты чего? Тупорылые моменты, когда нажимаешь на проскилловку, а он из какого-то, блять, глюка бежит вместо этого. Вот сюда стоит попиздовать сейчас. Трасса.
정리가 필요할 것 같은데. 정리가 필요할 것 같은데. 작전 준비동과 연계. 그리고 날카로운 거를 조심하라. 들었어? 분명하게 해주겠어. 염려하지 마. 들었어? 들었어? 정리가 필요할 것 같은데? 정리가 필요할 것 같은데? 정리가 필요할 것 같은데? Раз так заебался получать пизделей, что решил сам отдавать их на Элинке. Ах ты пизда. Блять. Обидно нахуй. Там такая кучка красненьких. Приятная была. Блять, заебало нахуй. Че, реально инвиз придется брать, что ли? Не-не, нахуй. Короче, я понял, да? Там хуёк, который хочет инвиза. Ну, покажем инвиз. Раз вы этого хотите. Ну, по сути-то мы одни играем, потому что плюс еще в ПВЕ фракция там нас поддерживает. Ну, как бы очевидно, что ПВЕ фракция не будет так же хорошо, как фракция ПВП. Ну, разве что это какие-нибудь ребята, которые имеют отличный PvP-кит, но каким-то причинам решили PvP-шить. PvE-шить. Таких я знаю. Хуя они шмаляют, блядь. 알겠습니다. 틀림없습니다. 아, 나 바까. 보여도 좋지. 아,
알겠습니다. 목표는 계획대로. 알겠습니다. 틀림없습니다. 예정대로 움직이겠습니다. 염려하지 마. 별거 아니야. 제 카나는 평범합니다. 쏘면 틀림없습니다. 곧 도착합니다. 틀림없습니다. Бля, Арес медальку забрал. Так печалька. Ну чё ты, давай быстрее. Когда не надо, она держится, блядь.저기 보이는군요. 곧 도착합니다. 제 탄환은 평균입니다. 쏘면 맞거든요. 곧 도착합니다. 타겟 확인. 베르넬리 이동합니다. 베르넬리 이동합니다. 제 탄환은 평등합니다. 알겠습니다. 맞거든요. 죄송합니다. 베르넬리 이동합니다. 내 음악에 반해버리신 건가요? 틀림없습니다. 목표는 계획대로 저기 보이는군요. 곧 도착합니다. 저기 보이는군요. 곧 도착합니다. 베르넬리 이동합니다. Ну что-то вроде как-то. Yeah.
예정대로 움직이겠습니다. Ты гадость, что ли, блять, с Эйлинкой? Так, ну да. Пизду, неинтересный персонаж. Кого взять-то можно? В принципе. Как вариант.장애물? 그건 치워버리면 돼. 이쪽이 아닌 것 같은데. Ну, таким, как они, вообще незачем пользоваться Линкой. На имба, но... Она, типа... Помогает против жирняков, которые там супер шмотом ходят. Но если ты и так супер шмотом можешь шотать их, то... Хз, от нее толку мало, потому что ее всякие магии он дрочит, она неплохо. Да блять, все не отрук на предыдущий персонаж. Нажимаем эти кнопки.
뭐 협력을 해주지. 뭐 협력을 해주지. 장애물 그건 치워버리자. 아, 치워 снайперши были. Я как будто видел выстрелы. О, там я бы не видел. Знаете, я даже думаю Ральфом идти играть сейчас на самом деле, потому что жопа какая-то, вообще ничего не сделаешь, тупо шмаляют туда, блядь. Они даже сюда шмаляют. А пидорас меня хотел. Субтитры
붉은 번개를 따라올 수 있겠어? Не, все-таки, по-моему, магом можно поиграть. Гадость, конечно, блядь, заебывает, пиздец. Но хуй с ним. Сейчас дойду, секундочку. Так. А сколько там?들었어? 갈까? 들었어? 정리가 필요할 것 같은데? 들었어? Так, ну ладно, хорошо, здесь будет человек. Я им с тыла заеду. Он тут один. Тут пизды ходит. Калька? Калька? Да, это время, конечно, но...
들었어? 정리가 필요할 것 같은데? 정리가 필요할 것 같은데? 타겟 확인. 정리가 필요할 것 같은데? 들었어? 모두 제 주위로 모여서 갈까? 정리가 필요할 것 같은데? 갈까? 들었어? 정리가 필요할 것 같은데? 갈까? 정리가 필요할 것 같은데. 들었어? 갈까? 타겟 확인. 갈까? 들었어? 먼지가 갈까?
정리가 필요할 것 같은데. 갈까? 갈까? 정리가 필요할 것 같은데. 들었어. 갈까? 갈까? 정리가 필요할 것 같은데. 정리가 필요할 것 같은데. 정리가 필요할 것 같은데. 너 вот, блядь. Хорошо, будем делать так же, как они. Есть у нас кадет Леонель. Где он там? Одеваем. У кого? Блять, бар уладил. Замечательно. Где он? Тем барла искать. Вот он. Ну тут то же самое, полчаса еще. Поехали.빨리 달려! 내
말고. Ну, по-моему, все-таки у кадета больше шансов здесь стрелять что-то. Ах ты козел. Блять, не успелось.내 사진에 뒤처짐 일은 없다. Да блять. Лошарь. Как и я, собственно. Проебал вспышку. Ну, есть плюс от того, что... Блять. Ну, рейсеры у нас работают очень медленно. Вот, допустим, этот чувак, что пробежал хер знает куда, и... А ведь я мог кинуть эту... Чиксу с инвулем. Гнида. Вот козел.
Не, ну блять, это пиздец, понял. Тут хуй еще сделаешь, все. Людей нихуя, типа. Ну вот что делает этот рейсер, блядь. Кругами побегал, его слили. Одного там кого-то зарезал, которого убили сразу же. Блядь, такой вообще фейспалм, как ребята рисуют. Ну тут 1-2 рейсера, наверное, на все тимы. И они вот творят такую дичь. А вот рез на самом деле очень бы помог в этой ситуации. Хуй поймешь, наш Ральф или чужой, как будто бы юзал детекшн. Ага, сосать. Сложно сегодня. Я думаю, 30 человек не убил. Thank you.
기다려. 이봐, 이쪽이야. Ну лечи меня, брат. О, да. Этот парень понял, для чего он на поле. Это жесткий лес какой. Блять, в курсор не попасть был. Ну, кстати, вот сейчас пошло нормально, все, 38 хит. Вроде как убиваются. Да и магов много. Надо пивка открыть. Бля, вот козлина. Ну, сосать. Другой убил так. Не я, ты другой. Это же был Детрон или кто? Синяя плашка. Либо Рекс, либо Детрон. Не уверен, что это гад залез на лазер. Да? При каком-то раскладе.
조심하라고. Ну давай, брат, резай. Етить колотить. Это что было? Его твин, что ли? Итого он бесить не могу. Типа... Перед ним лежу я, а он идет за километр другого резает. Ну давайте ресните 19 секунд. Кто там есть вообще? Никого. Заебись. Буду ждать, значит. Хули делать? О! Ура! Похуй, я убил его только один раз. Угу. Ну мы просрали, это естественно. И заработал я немного. Дай бог попасть, блядь, в двадцатку первого. А он даже 12-й. Ну, значит, не опущусь. Лайчиз, как всегда, разъебал всех. 257. Ресса. А, у нас один рейсер вообще. И то этот рейсер, блядь. Ресл как-то странно. Вообще, по-моему, даже не один. Два точно я видел. Странная херня, честно сказать. Может, его выкинуло? Чё по медалькам? Ни хрена интересного. Медаль Ареса просрал. Вот что там.
흐흐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 흐